Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған салтанатты жиналысты ашық деп жариялаймын. В Астане прошло торжественное собрание, посвященное 25-летию независимости Казахстана. Президент страны Нурсултан Назарбаев в своей речи заявил, что с 1991 года политическая, экономическая и социальная ситуация в стране улучшилась. Президент Назарбаев сделал прогноз, каким будет Казахстан в 2050 году. По его словам, к тому времени Казахстан войдет в тридцатку развитых стран, средний и малый бизнес будет производить половину валового внутреннего продукта, откроются 2 миллиона постоянных рабочих мест, каждый выпускник школы получит возможность получить профессию бесплатно, будет построено 380 миллионов квадратных метров жилья, количество населения страны дойдет до 25 миллионов человек. Наряду с этим президент Назарбаев еще раз заявил, что настала пора внести изменения в систему государственного управления. Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой правления, как это предусмотрено нашей Конституцией, и это предполагает наше сегодняшнее развитие, нашу историю, нашу культуру и традиции. Вместе с тем настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом. И специальная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов, а возможно и в Конституции.